Почему меняются времена года? Потому что планета вращается вокруг Солнца. Скажи, когда в России лето, в Австралии какое время было? Ну, в Австралии лето. Тоже. Какая наука изучает растения? Биология. Столицей какой страны является город Стамбул? Турция. А Константинополь? Константинополь, не помню. А какой город расположен на двух континентах сразу? Атлантида, по-моему, нет? Город Атлантида. А где он находится? Не знаю, не помню. Какой город является столицей США? Вашингтон. Назови самое большое озеро в мире. Байкал. А самое глубокое? Тоже Байкал. То есть он самый большой и самый глубокий? Да. Сколько лет российскому государству? Ну, лет 200. Нет. Лет 200 это где-то там с 1815 года, да, начали его? Нет, значит, раньше. Лет 300, наверное, точно. А как называлась наша страна в разные периоды? Советский Союз. Российская Федерация. А до Советского Союза? До Советского Союза. Какие города были столицами нашей Родины? Ну, сейчас Москва, до этого Петербург, Санкт-Петербург. Только два города? Нет, были еще, но не помню, ранее. В каком году состоялось Бородинское сражение? 1812. Кто с кем воевал? Наполеон с Россией. Кто победил? Россия. А какой полководец победил? Наполеон. Наполеон. Наполеон победил Наполеон? Нет. Не помню. А каких ты вообще знаешь полководцев великих русских? Какие фамилии всплывают? Не нервничай. Ну, они же всем известны, эти фамилии, с детства я знаю. Mm-hmm. Ну. Не могу ответить. Гимн России, помнишь? Славься, Отечество, наше Отечество. Там слышно было, да? Нет, вообще не слышно. Скажи, знаешь, сколько лет в этом году исполняется Новороссийск? 75? Нет. Раньше. Юбилей в этом году, я тебе расскажу. 80 лет. Ну, то есть Новороссийск был основан в 1938 году, если 80. Как он был в основном городе, не помнишь? Нет, не помню. А кто его основал? Три человека, нет? Памятник стоит на набережной. Видела три человека там? Да. Прочитаю обязательно. Обязательно. Чтобы памятник не писал. Сколько лет в этом году исполнилось со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне? В этом году? Да. 73 года. Угу. А сколько людей погибло во время Великой Отечественной войны? Ну, много. Порядка 600, по-моему, даже тысяч. 600 тысяч? Ну да, даже больше. Намного больше? М? Намного больше? Ну, возможно, больше. Можешь назвать города-герои?
Новороссийск, Волгоград, Ставрополь, Санкт-Петербург. А сколько букв в русском алфавите? Ой. 31, по-моему. 31. А кто придумал русский алфавит? Кириллица. Это женщина была такая? Нет. А кто? Мужчина. Мужчина? Его называли Кириллица. Нет, не помню. Ну как, тут ты же близка. Все правильно говоришь. Кирилл. И? Кирилл. Автор русского алфавита Кирилл и... И я. Отлично. Кто написал Муму? Тургенев. Угу. Можешь прочитать 4 строчки своего любимого стихотворения? Вот любимого. Ой. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Кто автор? Автора не помню. Кто написал Полонез Огинского? Я даже не знаю. Полонез Огинского. Не читала. Не читала? Почему в России празднуется Старый Новый год? Ну, потому что раньше Новый год отмечался 6 на 7 января. Ой, что я несу, господи, простите. Да, вот мы когда отмечаем Старый Новый год? 13 января. Правильно. Почему мы отмечаем 31 декабря и 13 января? Ну, потому что раньше отмечался Новый год 13 января. А почему перенесли? Не знаю. Перешли мы на европейский календарь. Нет, на другое, на неделю отставали. Буду знать. Когда вымерли кентавры? В каком веке хотя бы? Кентавры? До нашей эры вымерли. Много их было на Земле? Ну да. Какая ткань в организме мужчины является самой твердой? В организме мужчины самая твердая ткань? Ну, не ребро, это однозначно, это кость. Ткань. Именно у мужчины? Ну, вопрос и так. Ну, пусть будет палец. Палец. У какого представителя фауны больше всего зубов? У акул. Сколько у него зубов? Ну, примерно. Понятно, что точно не знаю. 90. Ну, у улитки 25 тысяч. Представляешь? 25 тысяч зубов. Почему молочные зубы так называются? Потому что они меняются, у них нет корней, и потом появляются коренные. Все, что меняется и у чего нет корней, мы называем молочными. Нет. Потому что они выпадают. Ну при чем здесь молочные? Почему они молочные? Может быть, потому что они в юном возрасте, в маленьком, как бы ребенок, ассоциация молоко, молочные зубы. Сколько раз в сутки необходимо чистить зубы? 2 раза в сутки, утром и вечером. Сколько раз в году необходимо посещать стоматолога? 1 раз в полгода. Какие продукты негативно влияют на цвет зубной эмали? Кофе, алкоголь, сигареты, красящие напитки различные. Все это влияет, поэтому необходимо наблюдаться у стоматолога. Ну, вообще чистку желательно делать. 1 раз в 2 года. Ну и наблюдаться 1 раз в полгода. Как часто следует менять зубную щетку? 3 месяца.